«Единая Россия» провела онлайн-форум волонтеров. Добровольцы со всей страны рассказали о своей работе, обсудили лучшие практики, обменялись опытом. Каждый день ставят перед ними новые задачи. Помощь медицинским работникам, поддержка пожилых, обеспечение лекарствами, продуктами и не только. В уходящий год фронт работ был обширным. Форум собрал председателей волонтерских центров партии, развернутых по всей стране. У каждого региона свой опыт. Наша республика использовала в этой работе цифровые технологии, что позволило систематизировать весь механизм оказания помощи нуждающимся. Подробно об этом рассказал председатель правления Ассоциации по содействию развитию информационных технологий IT-кластер Чувашской республики Владимир Лидерман. В QR-коде мы зашили адрес доставки и телефон. Это позволило нам убрать лишнее звено на координацию работы волонтеров. Врачи также выписывают лекарства, а волонтеры их доставляют. При доставке волонтер делает фото пакета с лекарствами и вместе с геометкой и уведомлением о доставке эти данные в автоматическом режиме передаются на сервер. Речь также шла о перспективах развития добровольческой деятельности. В режиме реального времени активисты из разных уголков страны рассказали и о проблемах, с которыми сегодня сталкиваются. Просьба граждан, обращающихся в волонтерские центры «Единой России». Владимир Путин назвал волонтеров настоящими тружениками и оценил их работу. Обратить внимание на тех, кто проявил себя с самой лучшей стороны, показал себя надежным бойцом, добрым, сердечным человеком. И причем не просто каким-то там человеком, ну, стремящимся к карьере, а настоящим тружеником, готовым впрягаться в решение непростых задач, стоящих перед страной. Такие люди, конечно, мощнейшая созидательная сила в целом в стране, но и для партии чрезвычайно они важны.